18 марта 2018 года состоятся выборы президента страны. 18 декабря был дан официальный старт предвыборной кампании. Сегодня Центральная избирательная комиссия и Общественная палата Чувашии подписали соглашение о взаимодействии во время избирательной кампании. Общественный контроль – очень важная часть предвыборной кампании и непосредственно самих выборов. Подписав соглашение, ЦИК Чувашия и Общественная палата договорились о совместной работе во время избирательной кампании. У членов Общественной палаты Чувашии уже есть опыт работы в качестве независимых наблюдателей на выборах. По закону, чтобы стать наблюдателем, нужно быть гражданином Российской Федерации, знать избирательное законодательство и просто быть активным гражданином. Должностные лица, депутаты, представители власти, главы администрации и их подчиненные, судьи, прокуроры, наблюдателями быть не могут. Общественная палата Российской Федерации поставила задачу перед региональными палатами принять активное участие как независимые эксперты в регионах. Это совершенно независимые люди. Поэтому участие палаты и их помощников в выборах действительно является своего рода маленькой подушкой между различными партиями. Каждая партия на любых выборах выставляет своих представителей в качестве наблюдателей. Общественники же соблюдают баланс интересов, предотвращают конфликты. Мы не делаем каких-то преференций той или иной партии. Важно, чтобы на общественном наблюдателе были активные граждане. Неважно, кому они принадлежат, там, нашим различным течениям, партиям, объединениям. Чтобы это были серьезные, ответственные люди, и которые бы могли обеспечить и гарантировать, что действительно на данном участке, на конкретном участке выборы прошли согласно нашего закона. В Чувашии 1162 постоянных избирательных участка и 15 временных, которые создаются в медицинских учреждениях и следственных изоляторах. Одна из особенностей нынешней избирательной кампании заключается в том, что повышается степень прозрачности, степень гласности происходящих вопросов, происходящих моментов. По инициативе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина внесены изменения в закон о выборах президента Российской Федерации, соответственно которым сейчас подключается к избирательному процессу общественные палаты всех уровней, в том числе и наши региональные палаты. У нас есть хороший опыт организации проведения выборов. Выборы для нас не в новинку. Мы их не боимся, мы знаем, как их проводить, и, безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы выборы провести максимально законно, абсолютно легитимно, без каких-либо нарушений, в условиях высокой активности избирателей. Для этого мы используем любой информационный повод, в том числе и сегодняшнее мероприятие. И самое главное, чтобы был достигнут абсолютно объективный результат, который никто ни в коем случае даже теоретически не мог оспорить. Над выполнением этой задачи будут работать ЦИК, Общественная палата, представители общественных организаций Чувашии и молодежные объединения. В ближайшее время будет создана рабочая группа экспертов по отбору наблюдателей на выборы. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.